Оставлены здесь, на этой земле, и тело оставлено, которое через несколько часов будет предано земле, и так же, как все вещества, разложится. Временно ты поселил его на этой земле, Господь. И самое главное, что он примирился с тобой.
Сегодня просим милости Твоей, чтобы Ты утешил родных, утешил Твоим божественным утешением, которое можешь давать лишь только Ты, Бог всесильный и всемогущий. Мы, люди жалкие, утешители, мы не можем так проникнуть глубоко в сердце и принести этот Твой бальзам. Ты принеси его, Господи, и соделай так, чтобы тишина, мир и покой было в сердцах родных и близких. Господь, сейчас просим Тебя, благослови это траурное служение. Сам присутствуй, сам руководи, и нам, Господи, живым еще помоги вспомнить благословенную жизнь нашего брата Владимира Ефимовича, и также слово Твое, чтобы оно звучало еще к непокаявшимся, чтобы они могли соизмерить свою жизнь с Твоей святой волей и доверить ее в Твои святые руки. Аминь. Аминь. 618-443 сборника. Наша жизнь коротка, слава Тебе, полет, и быстрее челнока, полетай вперед. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока. Наша жизнь словно тень на земле нам дана. Наша жизнь словно тень на земле нам дана, и как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой поутру расцветал, а уж к вечеру зноль пожелтел и завял. Как цветок полевой поутру расцветал, а уж к вечеру зной только как звук, как удар молотка. Жизнь не только как звук, как удар молотка, как нежданный спор, так она. Думаешь ты ни о чем, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой век. И не думаешь ты ни о чем, человек, что ты скоро умрешь, и заботься же ты и Христа поищи, в нем отраду найдешь и спасение души. Позаботься же ты и Христа поищи, в нем отраду найдешь и спасение души, в нем отраду.
пожалуйста, останьтесь, чтобы можно опустить было гроб. Кто-то возьмите крышку гроба, кто-то вынесите. Крышку гроба уже вынесите. Свободно, коридор. Человек проживет 90 лет и скажет, что я прожил очень много на этой земле, но так и не нашел мира с Богом, то жизнь прожита напрасно. Хорошо, что вместе с вами есть также и соседи, которые часто видели вашего соседа Владимира Акимовича, когда он ходил здесь на протяжении 21 года, живя в этом доме, мне вспоминается одна библейская история про одного пророка, о котором написано, что он постоянно ходил мимо наших окон. И он был человек святой. Я думаю, что все вы, которые как-то встречались с вашим соседом, то вы можете однозначно сказать, что жизнь его, она действительно была тихой, спокойной. Он мог рассказывать вам только о Господе Иисусе Христе. О Христе когда-то было написано, что он трости надломленной не переломит, и дна курящегося не угасит. И голоса его не услышат на улице. И наш брат Владимир Акимович, он был именно таким. Кротким, смиренным, и жизнь его была посвящена Господу. Сегодня хочется сказать родным, слова утешения от Господа о том, что не плачьте, как прочие, не имеющие надежды. Кто прочь не говорит детям своим, что не плачьте, как прочие, не имеющие надежды. Мы имеем эту добрую надежду, что встретимся с Владимиром Акимовичем. Вы встретитесь с своим любимым мужем, с любимым отцом, с дедушкой там, на небесах. Последнее его
дни на этой земле, они были тяжелые, месяцы. Он болел, и эта болезнь, она удручала его, приносила боли в теле, но духом он был крепок. И последнее воскресенье, когда я приезжал к нему на хлебопреломление, он говорит, что свеча моя догорает. И буквально через два дня эта свеча догорела. Привет уж не польется, речь любви из уст не мы, сердце больше не забьется, трепетом. Человек, и совершается это слово над людьми из века в век. Да, я правильно, и все трудно, как бы, жизнь.
блаженство и покой. И он сжился Христа. Он сжился Христом, поэтому сейчас он перешел вечную чайно от власти. Сегодня мы те слова можем сказать о нашем брате Владимире. Бог уже отошел от мира зла, мира болезни. 562-я Санфоника, 219 Возвращения. День после ночи, свет после жизни, день после зноя, лес после жизни, жизнь после смерти, лес после снов, вот что дарует смерть. Служащим Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и грешником. Праведники. Кто это такие праведники? Библия говорит, что на земле нет ни одного человека праведного. Нет ни одного. Так а кто же такие праведники? Праведники те, которые обратились к Богу в молитве покаяния, получили прощение грехов, они омылись кровью Христа и стали праведными. Не потому, что они не грешили, а потому, что они прощены Богом. Давид говорит, такой человек счастлив, которому Бог простил грехи. Мы с вами верующие в люди. Мы такие же грешники были, как все. Но нас Бог простил. Мы прощенные. И называет нас Бог праведниками. Вопрос. И кто-то вполне скажет, так а какая же разница между праведниками и грешниками? Верующими и неверующими. Какая разница мы можем, какую разницу увидеть на земле? Живут они в одном доме, квартира такая же, как и у праведника, и нечестивого. Работают на одном производстве рядом, магазины ходят в одни и те же, терпят нищету, бедность, болезнь посещает и праведного, и неправедного, умирает и тот, и другой. И тот же катафалк отвез неправедного на кладбище, вторым рейсом везет праведного. Какое же различие мы можем увидеть? А Бог говорит, и тогда снова увидите различие. Само слово «снова» говорит о том, что было время, когда Бог уже делал различие между праведными и неправедными. И мы читаем Библию и видим, что первый мир, допотопный мир, он точно так разложился нравственно, как и наш мир. И они отошли от Бога, стали грешить. И тогда Бог решил уничтожить все человечество потопом. Но когда Бог посмотрел на землю, Он увидел одно семейство, семью Ноя. И обращаясь к нему, Бог говорит, тебя увидел я праведным, единственного тебя на всей земле. А поэтому сделай ковчег, и ты будешь спасен со своей семьей.
Ной так сделал, и послал Бог потоп, и ковчег этот поднялся на водах. И тогда увидели все люди различия между праведным Ноем и неправедным. Тогда увидели, но что-то изменить уже невозможно было. Второй случай. На Ближнем Востоке, где сейчас Мертвое море, Соленое море, там были два прекрасных города Содом и Гоморра. И они так разложились, они так грешили, что Бог решил истребить их. Но в этих городах Бог увидел праведного Лота со своей семьей. Бог посылает к ним ангелов, и ангелы берут этого Лота с семьей и выводят с этого города. Получить прощение грехов – это возможность для всех человек. Он может покаяться. Пусть Господь благословит и поможет нам всем в этом. Аминь. Как любящий Отец, милуйте детей, милуйте Бог нас всех, боящих Его. Ведь Он знает нас всех, Он не забывает, что мы правы, ибо жизнь людская, как трава, как цветок, растущий на лугах, только ветер подует, его уснет. Не осталось ни следа, нет ни следа, только ветер подует, Некоторый человек был богат, одевался в квартиру и визон, и каждый день пиршествовал пристанично. Был также некоторый нищий имени Лазарь, который лежал у ворот. У ворот его в струпе и желал отпитаться крошками, падающими со стола богача. И все приходили сзади струпе его. Умер нищий, описан был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богачи похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Сын, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сердце всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Тогда так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал: «Есть у них Моисей и пророки, пусть слушают их».
Он же сказал, нет, отче, но если кто из мертвых придет к ним покаяться. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Люди по-своему делят людей на этой земле. На богатых и бедных, ученых и неграмотных, на белых и черных. Но Слово Божье по-своему делает людей. Оно делит на два категории, на два рода людей. На верующих и неверующих. На те, что со Христом, и те, что без Христа. На те, которые имеют надежду, имеют живую веру в живого Бога, и те, которые не имеют надежды. И несмотря, что из себя представляет человек, Слово Божье говорит о том, что каждый человек должен знать, откуда он пришел, он должен знать, для чего он живет на этой земле, и он должен знать, куда он уйдет, что его ожидает после этой жизни. Из этого места Священного Писания мы видим двух человек. Один очень богатый. Сказано, что он одевался в порфир, это дорогие ткани, дорогие костюмы. И пиршествовал каждый день блистательно. Ел.
остаются где-то возле каких-то лавок и там проводят время. Жены не хотят идти домой, потому что мужья не понимают их, и они чувствуют себя лишь только домохозяйкой. Ваши дети, они не понимают вас, а может быть, они находятся в каких-то местах, где проводят ужасное время. Благословение Божье тогда, когда в семье мир, когда мужья и жены, они твердо верят, что муж остается верной своей жене, жена мужу, когда они стремятся вернуться в свой дом, и где могут их выслушать, где могут их понять, где могут им оказать ласку и понимание, в этом есть благословение. И Владимир Ефимович имел это благословение от Господа. Самое большое благословение, когда Бог прощает грехи. Многие люди, живущие на земле, они не имеют этого Божьего благословения. И они в своем греховном состоянии томятся и ждут того часа, будет постоянно мучиться и уже будет сожалеть. Написано, там будет плач и скрежет зубов. Скрежет зубов, потому что ничего нельзя изменить, ничего нельзя поправить. Вечно, из года в год, из одного столетия в другое, из тысячелетия в другое тысячелетие. Благословение Божье, когда человек имеет мир в своем сердце, мир с Богом, тогда он молится, и Бог слышит его молитвы и отвечает. Благословение тогда, когда дети, они могут понимать своего отца, когда они любят его, и когда отец может оказывать им ласку. И это благословение. И, конечно, когда народ идет без Слова Божьего, когда не знают волю Божью, мы видим, что много и много проблем в государстве. Но и тогда, когда лично человек не принимает Слово Божье, хотя я верю, что сегодня в каждой семье, в каждой квартире есть это Слово от Бога. И когда человек не принимает Божье Слово, тогда его жизнь... Слава благодарю тебя, святого дорогого друга, который ты послал мне в моем жизненном пути, что мы прожили вот 6 лет нашей жизни. Слава тебе, Господи! Что мы, Господи, были верны друг другу, а самое главное, были верны тебе, соблюдите Бога моего. Слава тебе, Иисус. Боже милосердный, слава благодарю за этих детей, которых ты подарил нам как подарок. Боже мой, это подарок только тебя, эти дети благословенные. Тобой, спасибо, Бога моего, Иисус, дорогой. Теперь я прошу, умоляю, ты видишь еще одно дитя, которое тебе не отдалось, Боже. И я верю, что ты, Господи, коснешься сердца его, Боже милосердный. Дашь мне спасение души его, Господи, распахни сердце, Боже, дай кровь и силу, Господи, Боже, это одно желание сердца моего. И Володя отца, Боже, вкусы, и даже человека, Боже, сказал, что он придет, Валя, не волнуйся. Господи, свежий, Господи, ничего не хочу, только я верю, что ты, Господи, послал спасение, Господи, дом его, жене, Господи, Боже, Господи, благодарю тебя за все, это прожитая жизнь, наша Господи, верная, это мой спаситель, Богом, да. Господи, я так достойна этого спаса, ты послал милости, любви, свои, Господи, спасибо, славу, Богу, все. И самое большое благословение, то, что он примирился с тобою, посвятил свою жизнь тебе. Благодарим тебя за то, что мы видели его веру, и многие не могли подражать его вере. Видели, как он посвящал свою жизнь тебе и в служении, за его пунктуальность, за его ответственность в своем дьяконском служении. Благодарим тебя за то, что он был хорошим мужем для своей жены, хорошим отцом. Аминь. Пожалуйста.
пожалуйста, сейчас кто-то берите веночки, мы будем там устраиваться вперед. Кто-то крышку гроба, кто-то возьмет гроб, и мы будем отправляться уже на кладбище. У кого оркестр? Thank you.
пожалуйста, если кто-то сегодня готов сказать доброе слово о нашем брате, о вашем сотруднике, пожалуйста, проходите сюда. Василий Иванович, псалом изберите там. Yeah.
все попрощались, да? Thank you.
всех родственников, почившего нашего брата, соседей, сослуживцев, с которым он трудился, всех приглашаем в воскресенье сюда на богослужение. 9:00 утра и 5:00 вечера. Пожалуйста, приходите. А в субботу 10:00 утра. Присоединяйтесь. Да. Субботу,